Сводки с фронтов информационной войны. В минувший четверг харцизяне, смотревшие передачу «ВИК на новини» на телеканале СТБ, были немало удивлены, обнаружив там фрагмент сюжета телекомпании «ТВ-Сфера», вышедший в эфир накануне. Того самого сюжета, в котором речь шла о банальной краже в социальной столовой. Разумеется, именно это знаменательное событие и привлекло внимание украинских журналистов. При этом СТБшники в своем материале умудрились перепутать название города, переместив кражу из Харциска в Стаханов. Днями мешканці окупованого Стаханова лишилися голодними, бо невідомі пограбували тамтешню соціальну їдальню. Мы уже не говорим о том, что видеоматериал нашей телекомпании был размещен в эфире безо всякой ссылки на ТВ-сферу. То есть тоже был банально украден. Видимо, из положения адресури украинских телевизионщиков, разработанном их заокеанскими кураторами, исключено само понятие о журналистской этике за ненадобностью.